Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 105, упражнение номер 15. В этом упражнении два задания. Задание по цифре 1. Найди длину стороны квадрата А, Б, С, Д, периметр которого 8 сантиметров. Начерти его и вычисли. Итак, у нас есть квадрат. Мы помним, что квадрат – это прямоугольник, у которого все стороны равны. Его периметр равен 8. То есть для того, чтобы узнать длину одной его стороны, мы должны 8 разделить на 4. Это получится 2. 2 сантиметра длина каждой стороны квадрата. Начертим этот квадрат. Обозначим его буквы А, Б, С, Д. А теперь вычислим площадь. Чтобы узнать площадь, нужно длину умножить на ширину. Длина и ширина у квадрата одинаковые, равна 2 сантиметрам. 2 умножаем на 2, получается 4. 4 сантиметра квадратных – площадь квадрата. Записываем ответ – 4 сантиметра квадратных. Второе задание. Начерти прямоугольник, площадь которого равна площади квадрата А, Б, С, Д. А длина одной из сторон прямоугольника – 1 сантиметр. Итак, площадь прямоугольника будет также равна 4 сантиметрам квадратным. Длина одной из сторон равна 1 сантиметр. Чтобы узнать длину другой стороны, мы должны площадь 4 узнать на известную длину, на 1. 4 разделить на 1 – это получится 4. 4 сантиметра длина другой стороны. Итак, нам нужно начертить прямоугольник со сторонами 4 сантиметра и 1 сантиметр. Вот у нас будет такой прямоугольник. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.